Фамилия, имя, отчество? Тагаев Евгений Олегович. Откуда родом? С Енакина. Где тебя взяли сегодня в плен? Точно сказать не могу, как это местность называется. Ну, примерно, поселок, населенный пункт. Ну, нам сказали на... Логвина? Да. На Логвина. Чем ты занимался? Логвина чем занимался? Нас привезли сегодня, сказали идти за танками. Иди за танками. Ты пехотинец, стрелок? С автоматом шел? Автомат какой? Калашников. 7,62? Нет. 5,45? Понятно. А что, пошел воевать? Я не могу сказать. Ну, за деньги? Ну, в основном, да. Ну, чем ты раньше занимался? Работал разнорабочим. На стройке работал? Да. Сколько тебе лет? 22? Да. Пошел, да. Можно так сказать, не из-за того, что сам того захотел. Я просто, что бедно все живем. То есть живете бедно, надо идти убивать других людей? Нет, не убивать, я живу. Как не убивать? Так, ты же на войну пошел. Нам сказали, на блокпосту будем стоять. Я хотел получить эту, блин, одну зарплату и уйти. Там окопы рыли на Ждановке. Вот, рабочие. Я бы месяц отработал бы, да и все, и пошел бы обратно домой. У меня там сестра прошла 8 лет, и надо было в школу одеться, и обуться. Из-за этого вот я и пошел. Сколько мне вам обещали денег? Жалко стало. Понятно. Сколько денег обещали вам? 360. 360 чего? Долларов. В месяц? Да. И с какого времени ты уже воюешь? С 3 декабря. И ты получал зарплату или нет? Нет, они всего обещаниями кормили. То есть, грубо говоря, там, второй, третий месяц ты уже выйдешь, да? И денег не получал? Никаких вообще? А питались? Что вот начинают давать. Понятно. И питались нас как сюда кинули. Питались как вы? За счет чего? Где вы питались? Ну, питались в Ждановке. Там у нас было расположение. Вот. Поход на кухню или там? Ну да, и там поход, кухня. Поход на кухню? Вот, и на кухне там готовили. Понял. Командир вашей группы кто? Железный. Это позывной Железный? Да. Откуда родом? Кто такой? Ну, вообще с России. С России? Именно точно я сказать не могу. А в вашей группе сколько человек было? В нашей группе 21 человек. И все они в плен сейчас попали? Нет. А сколько в плен попало, знаешь? У нас 6 или 7 человек привезли. Остальные... Все украинцы или есть россияне? Нет, украинцев. Все украинцы? Понятно. Остальные просто что повыпрыгивали. Понятно. Как у вас плен взяли? Как плен взяли? У нас ДНР начал с этой стороны пошумолять по нам, когда мы зашли. Свои же начали по вам стрелять? Да, когда мы зашли на этот бугор. Ага. Вот. И по левую сторону армия украинская вот стояла. Ну и пошли толпу уже. Черепко. О, Черепко. О, Черепко. Черепко. Михаил Михайлович. О. Позывной Череп, да? Да. Откуда родом? Енакиево. Вы собирались? Зайти на город. Все уезжаем. Поддержка. Вот КамАЗ, машина. Матей, завтра утром мы... Говори, какие задачи, потому что будем трактор потом мы не они. Поддержка танком. Мне не объясняли задачи. Ехать на танк и все прикрывать.